зовут Юлия Важенина, и я работаю на национальном телевидении «Чувашия». Работать на телевидении – это прежде всего интересно. В республике происходит столько всяких мероприятий, и все это мы освещаем. Я пришла на телевидение 8 лет назад, учась на втором курсе. С тех пор занимаюсь развлекательными проектами. Они как раз и моя вторая причина. Такие программы, как «Отличные студенты», «КВН за кадром», «Танцы без границ» – интересно не только смотреть, но и снимать. Еще один плюс моей профессии – возможность знакомиться с огромным миром разных специальностей. Например, благодаря программе «Один день с профессионалом» я познакомилась с такими профессиями, как флорист, строитель, парикмахер и повар. Четвертая причина – это активный ритм. Здесь просто нет времени медлить. Решение нужно принимать быстро и действовать по ситуации. Телевидение засасывает, сюда стекаются самые талантливые и активные люди. И поэтому именно здесь я познакомилась с близкими по духу людьми. Ну и самая главная причина. Как бы пафосно это ни звучало, телевидение – это не просто моя профессия, это моя жизнь.